Приветствую вас. Отвечать на ваш вопрос, конечно, довольно сложно, потому что информации очень мало вы предоставили о себе. Я хочу сказать, что, нужно больше информации для того, чтобы мы вам помогли. Вот. Но первый вопрос, помимо вот тех, что вам уже задал мой коллега, Сергей. Это такой вопрос. Для чего? Для чего вам работать? Какой смысл? Какую нагрузку, в том числе и смысловую, вы вкладываете в это вот понятие, в понятие работы. Вот. Зачем она вам нужна, работа? Что вы будете делать, и когда будете работать, как будете себя чувствовать. Знаете, да? Это вот такие довольно важный момент, надо сказать, потому что если вы не знаете, для чего вам работа, а если вы не знаете, зачем она вам, если вы не знаете, какую цель более высокую, чем, ну вот, конкретная работа вы преследуете, то, соответственно, я боюсь, что нельзя говорить о адекватном поиске работы. Так, первый вопрос. Зачем? Да? Второй вопрос. Второй вопрос, он звучит немножко иначе. Что вам нравится больше всего? Что у вас получается лучше всего? Какие, может быть, сферы деятельности, какие направления деятельности вас лучше всего привлекают, нравятся и так далее? Это вопрос второй. То есть, где вы чувствуете, вот что прямо вот это вот ваше, да, точнее, даже может быть не ваше, да, а просто вот чувствуете, что вот вам это не доставляет, по крайней мере, дискомфорта, да, то есть вам это, может быть, если не нравится, то хотя бы как-то вот не вызывает отвращения, да, скажем так. Вот. Значит, это вот такой момент. И следующий вопрос, сразу же, который я хотел бы вам задать. Это вопрос такой. В чем сейчас для вас
Основное противоречие. Основной конфликт. А он в чем? Вот именно сейчас, на данный момент. В чем конфликт ваш? Из-за чего вы чувствуете напряжение? Кто? Лучше сказать, что борется в вас? Какие установки в вас борются? Какие мысли вас борются между собой? Кто стоит за этими мыслями? Кто их, кто их говорит вам, эти мысли? Чего хочет тот, кто говорит? Находит ли это отклик у вас? Именно у вас. То есть вы вот сами вот как относитесь к тому, что вот кто-то хочет чего-то от вас. А? Вот. Подумайте и об этом тоже. Это такой довольно важный момент, я бы сказал. Важный момент именно для того, чтобы определиться, вот чем вы движимы, что вами движет при, опять же, поиске работы. Что вами движет, чего хотите. Вот. И вот таким образом, через такие вопросы, пока, хотя бы пока, хотя бы так, хотя бы через такой набор вопросов. Ну, плюс еще, конечно же, плюс еще то, что сказал мой коллега. Ну вот на момент записи этого ответа, да, значит, вопросы вам задавал только один человек. Это Сергей. И, соответственно, именно я сейчас и имею в виду. Вот. Вам нужно как следует постараться обдумать все то, что мы вам сказали, все то, что мы у вас спросили, это все важно. Очень важно. И только тогда, только в этом случае вы сможете найти свою профессию. Но для начала, да, вот скажем так, перед тем, как это произойдет, обязательно привести свои мысли в порядок. Обязательно привести в порядок себя, свои чувства, да, свои ощущения и так далее. Это необходимо. Потому что, как вы сможете заниматься работой, да, если вы там, например,
допустим, у вас в мыслях раздрай, грубо говоря. Так что не торопитесь, спокойненько вот на эти вопросы ответьте. После, я думаю, имеет смысл выбрать психолога, да, и поработать с ним пару консультаций вести вот, на тему того, что же вы все-таки хотите, вот, что вам все-таки нужно, вот, и так далее. Я думаю, это в любом случае, ну, в любом случае, я думаю, это будет не лишним для вас. Вот. Вот так, именно так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, хотя это был даже не столько вопрос, сколько... Не знаю, может быть, крик о помощи или просто констатация факта, перед которым вы оказались. Не знаю. Соответственно, для более конкретного ответа на ваш вопрос нужно, чтобы вы предоставили больше информации о себе, ну и вообще просто с вами поговорить, какие-то проблемные моменты выявить. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи.